Человек и его деятельность на сегодняшний день являются самым активным источником загрязнения окружающей среды. Чаще всего люди выкидывают именно пластик. Пластик наносит серьезный ущерб окружающей среде, начиная с его производства, заканчивая утилизацией. Заводы, выпускающие пластиковые изделия, выделяют в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого газа в год, и примерно 800 видов животных сегодня находятся под угрозой вымирания из-за поедания и отравления пластиком. Одноразовые пакеты забивают канализационные системы городов и создают угрозу наводнений. Пластмассовый мусор засоряет берега и прибрежные зоны, города, моря и океаны. Пластиковая бутылка или пакет разлагается 500 лет. Люди не только не думают о том, что дойти до мусорки несложно, но и не догадываются, что выброшенные ими бутылки и пакеты можно использовать повторно. Например, вместо пластикового пакета использовать сумку. Таким образом, вы поможете нашей природе. Берегите природу и не засоряйте ее.